Вы искали чай для похудения? Прекрасно. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Могу вам в этом помочь. А какой чай для похудения вас интересует? Какую скорость похудения вы хотите развить? Ну, одни рекомендуют сбрасывать 10, 15, а то и 20 кг за 2 недели. Другие советуют сбрасывать за неделю 8-10 кг. Но вы знаете, я не советую вам идти ни тем, ни другим путем. По одной простой причине. Такая скорость похудения – это не похудение в прямом смысле слова. Это высыхание. Потому что такие чаи для похудения, они вызывают слабительный, мочегонный или оба эффекта вместе. Вы не можете отойти далеко от туалета. Вы реально худеете, потому что теряете массу жидкости. Что у вас при этом происходит? Во-первых, обезвоживается ваш организм, вы становитесь значительно старше. Второй момент – сухая кровь. А сухая кровь – это вязкая кровь. Увеличивается вязкость крови, нагрузка на сердце, на сосуды и все остальные вещи с этим связаны. Если же из жировой ткани, кроме воды, пойдет еще и жир, повышение уровня жиров в крови, мимо крови они никуда не денутся, никак не смогут пройти. Это быстрый темп развития атеросклероза сосудов. Единственный путь удаления жиров из вашего организма – это желчегонная функция, это работа печени. Когда масса жиров окажется в кровеносном русле, забивается печень, и вы после такого похудения остаетесь с жировым гепатозом. Вы знаете, очистить печень, убрать эту капли жира из клеток печени – ой, какая непростая задача. И ни о каком оздоровлении речи даже уже быть не может. Ваш организм резко постарел. Хуже стала работать печень, а это метаболический мост вашего организма. Поэтому я предлагаю вам еще один вариант, третий вариант чая для похудения. На этом чае вы будете снижать вес 2-3 кг в месяц. Это будет реальная жировая ткань, которая при этом может постепенно уменьшаться в объеме, и жиры будут выходить спокойно через печень. Без атеросклероза сосудов и без жирового гепатоза. Кто-то вас уже опередил. Вы слышите, мне звонит очередной клиент. Я свое видео заканчиваю. Вы видите мои контакты. Обращайтесь.